Дорогие коллеги, друзья, в этом году, 23-25 ноября, состоится первый объединенный конгресс НАДГО и РАДО, Национального общества детских гематологов-онкологов и Российского общества детских онкологов. Этот конгресс предполагает собой объединение наших специальностей и обсуждение многих научных и практических вопросов, которые будут обсуждены в течение 3 дней. Наверняка это будет очень интересно, будет хорошая, обширная представительная программа с включением иностранных наших специалистов. Я надеюсь, что все пройдет очень хорошо, хотя мы не имеем возможности встретиться сейчас вместе, воочию, но в ближайшем будущем, я думаю, эта проблема разрешится, а пока что это будет проходить онлайн. Рады будем всех вас видеть на этом конгрессе, ждем вас с нетерпением. До встречи, дорогие друзья! Ждем вас.